Предательство. Змейка выползает из основания черепа, из щелки, и ползет по спине. Каждый раз, когда я вспоминаю о тебе теперь, эта маленькая щекотливая змейка заставляет меня бодрствовать и не спать. Она отнимает у меня сладость погружения в фантомные иллюзорные миры, которые стали моей отчизной в последние годы жизни, построенные исключительно силой моего ума. Они материализовались почти уже. Ах, если бы не эта змейка. Ах, она уже не одна. Мгновение нужно им, чтобы переползти от черепа к пояснице и исчезнуть. В чем? Или нырнуть. Но куда? Как они возвращаются назад? Предательство.